Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане вывели из страны более 10 миллионов долларов по подсчетам ЦБ из регионов Приволжского округа. Кировская область на 7-м месте по объемам вывода денег. Объем перечислений на иностранные счета по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос в 5 раз. В лидерах Самарская область, оттуда перечислили 66 миллионов долларов. Как правило, граждане России переводят собственные средства на свои же счета или на счета родственников. Страны-лидеры по поступлениям денег — Швейцария, Великобритания и Китай. За первые 9 месяцев года из страны было переведено около 31 миллиарда долларов США. Это на 20% больше, чем за такой же период 2016 года. Программа «Экономика». Котлячков рассказал о программе «Миллион тонн молока». Министр сельского хозяйства заявил, что достижение этой цели потребует дополнительно минимум 25 тысяч коров. Понадобится увеличить производство молока в регионе на 400 тысяч тонн. Это новые фермы, новые поля, признал Алексей Котлячков. Программу анонсировал президенту губернатор Игорь Васильев во время визита главы государства в Кировскую область. Увеличить в 2 раза производство молока в регионе планируется к 2022 году. Это потребует вложения порядка 15 миллиардов рублей. По словам Котлячкова, сейчас проводятся более детальные расчеты. Экономика на 101 FM. Бывший гендиректор советского мясокомбината пойдет под суд. Завершено расследование уголовного дела по обвинению его в коммерческом подкупе. По данным следственного управления, руководитель получал откаты от владельца производственного помещения, которое арендовал. Он вносил платежи в повышенном размере, получая часть денег обратно. В общей сложности директор незаконно получил более 8 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Завершение о валютах. Доллар на понедельник 56 рублей 60 копеек. Евро 68.26. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.